Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные и полезные драники из тыквы. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Очищенную от кожуры и семян тыкву натираем на мелкой терке. Вес тыквы в очищенном виде составляет 600 граммов. Дальше добавляем к ней 3 зубчика пропущенного через пресс чеснока, пол чайной ложки соли, 2 яйца, перемешиваем, подсыпаем 100 граммов муки и еще раз хорошо мешаем, пока масса не станет однородной. Затем разогреваем сковороду с маслом и выкладываем туда порции теста, примерно по пол столовой ложки. Жарим драники на среднем огне до золотистой корочки. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Выкладываем их на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Подаем к столу в горячем виде со сметаной, с любым соусом или мясной подливой. Вот и все. Очень вкусные и полезные драники из тыквы готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.